На протяжении нескольких часов внимание зала было приковано к 13 обаятельным школьницам. Каждая из них старалась чем-то удивить жюри и запомниться залу. Невзирая на волнение и усталость, а подготовка у многих из них шла на протяжении нескольких недель, на сцене девушки доказали, что каждая из них достойна титула мисс. Готовилась как-то на репетициях. Не знаю, просто пришла в класс, сказали, что буду я. Я уже третий год подряд участвую. Хочу занять место. Мне просто нравится на сцене выступать. Именно что этот адреналин, когда выходишь, это круто. Вот уже в 25-й раз конкурс собирает самых грациозных красавиц санаторной школы-интерната. Каждый год качественный и количественный состав участниц обновляется. Учреждение имеет особую оздоровительную специализацию. Многие из ребят, получив необходимую медицинскую помощь, возвращаются в свои учебные заведения для продолжения учебы. В этом году жюри предстояло определить самую обаятельную, привлекательную в двух возрастных категориях – младшей и старшей. В конце недели коррегирующих дисциплин мы проводим большой праздник «Красота, грация, осанка». Вот. Каждый раз мы меняем. Вот в этом году мы проводим «Мисс 2016» и «Мода авангард» для младшего звена. Соперничество в этом году, по мнению самих конкурсанток, как никогда серьезное. Несмотря на то, что и критерии отбора довольно высокие, девушка должна иметь миловидную внешность, быть всесторонне образованной, обладать грациозностью для демонстрации спортивных навыков и, конечно же, уметь держаться на сцене. Однако важно понимать, что конкурс – это фортуна, а навыки, которые получили участницы за время подготовки выступлений, обязательно им пригодятся в жизни.